Мы снова вместе, мы снова рядом, друзья. Ну что же, ритуал пока что проводить не будем. Храм черепов здесь, да? Столица Тлаква вновь. Из Латла. Так, давайте тогда здесь стены сейчас улучшим. Раз по деньгам мы проходим. А, здесь строим как раз улучшение стен. Эти три города обязательно улучшаем стены. Так, у тебя, к сожалению, медленно восстанавливаются потери. Ты пока что слабый и не прокачанный. Рептилоид. Да? Шанс. Давайте вот так вот. Пока что так сделаем. Доход. Тинь-тирень. Так, ну здесь придется Крокгару сейчас основную всю работу сделать. Надо будет, наверное, мага еще подогнать тебе все-таки. Мага я могу здесь в провинции нанять сейчас? Не, не могу. Где могу? Блин, далеко здесь не. Вот тут. Лучше вручную. Где-то здесь я могу их нанимать точно. Нет, нельзя. А где-то же у меня была постройка. Вот. Давайте для разнообразия. Ладно, дадим шанс зверькам. Усиление натиск. Ранг новых героев. Это провинция. А интересно, на тебя это подействует? Вряд ли. Давайте лучше заносчивость возьмем. Так, качаем тебе. Сразу. Вот эти навыки и отправляем вот сюда. Чак-чак-чак. Чок-чок-чок. Чупачок, чувачок. Так. Строим здесь улучшение сети. Чтоб ловило лучше. Ну и давайте на доход построим. На этом тут деньги закончатся сейчас. Пирамиду Нагаша здесь пока что не строю. Так, а кто не перемещался? Ты, да, не перемещался, но... У него такой вариант. Обзор. Шанс. Давай лучше. Стань лагерем. На нас сейчас могут напасть. Вихрь не проводим, ждем, хотя уже вон темные эльфы сейчас начнут его. Ну, в крайнем случае, в этом прохождении как раз посмотрим точно, что за битва такая интересная, когда ритуал заканчивает соперник первый. Так, давай, друг мой Маздамунти, совершай всякие злые действия над Марате, пусть она отвлекается на тебя. Пусть она забудет, что у нее есть еще соперник в Люстрии. Так, конечно же, еще одну армию, вторую в Люстрии надо было создавать чуть раньше. Сейчас бы не пришлось бы ждать атаки от Теклиса. Хаос тут сжирает просто Маздамунди. Он и нас начнет сейчас сжирать. Там Марать уже рядом поселилась. Оба-на! Небольшой армией сюда решил, да, ударить. Ну ладно, давай. Окей. И, кстати, он просто разграбил. Ну правильно, тут я обратно сейчас забрать ее смогу. Бистря крепость это. А ему хоть денег дали. Брат, братство, братец мой. Неудача. Неудачник ты. Рабы хаоса. А, кстати, тут мятежники начинают меня осаждать. По идее, это меня спасет от нападения. Блин, и тут стены. Я надеюсь, стены успеют. Хотя первого левела стены, да? Она, скорее всего, разнесет меня.
разорено поселение. Доход от торговли, ух ты. Смотрите, какие бонусы, они молодцы. Учение о работниках. В обществе людоящеров физическим трудом занимаются более крупные, сильные и тупые особи. Молодцы, прям радуют меня вот этими событиями в последнее время. А, это я изучение, это... Да, это ж исследование. Так, сила оружия храмовой стражи. Рост плюс 15, шанс магический предмет. Давайте учение о хранителях. Так, ты, братец-кролик, идешь сюда. Сейчас расправишься здесь, с врагами государства. Здесь строим стены еще одни. Здесь что-то Теклис не торопится нападать. Не хочет он пока что. Так, Теотиква, ну не особо, наверное, нужно сейчас его прокачивать. Этот город. Можно не торопиться. Давайте снесем здесь. Вот это точно не нужно. Забираем этот город. Оккупировать. И последнюю столицу надо будет забрать. Ну тут стены, тут все как положено. Все серьезно будет. Все по-взрослому. Так, красавица моя. Дайнерис. Мужского пола. Огромная жаба Дайнерис. Так, а ты? Ты, я не понял, что на моей территории забыл. Зюзя. Зюзя, братец-кролик. Так, и ты с ними не воюешь. И ты сейчас на моей территории ходишь. Тирин-тин-тини. Смотрите, у нас... Почему-то... Нельзя предложить ему... Союз. Понятно. Не можем. Нету такой возможности, ладно. Не хочешь, как хочешь. Заставлять не будем сейчас. Не в наших это интересах. Тут он ковчеги всякие плавают. Давайте лучше построим тогда стены здесь. И все. Это пропускаем. Ну давай, ладно, улучшим. Отремонтируем. И конец хода. Так, Энембрак. Давай, шуруй. Перевал Кобры. Это новый провинции. Вот он. Да, начинает штурм. А, по идее, у него кавалерии много и орлов. Но орлы это тряпки половые. Сражаемся. Я надеюсь, подкрепление нормально подойдет, без проблем. И тогда мы точно выиграем. Вот без подкрепления я вряд ли тут бы выиграл. Но состав странный. Вот лично я бы не стал бы столько орлов набирать. Они же... Так, набивка для подушек с перьями. Орлы это, ну, не тот отряд, которым надо прям злоупотреблять при игре за высших эльфов. Так, ставим вас над воротами. Так. Вас давайте двоих ставим здесь. Как-то вот так вот. Тебя одного ставим вот здесь. Ворота охранять будут два отряда копейщиков. Тем более у меня других ворот здесь нету в этом поселении. Это хорошо. Два отряда копейщиков как раз справятся.
легко. Эти готовятся к тому, что башни дойдут, но пока не залазят, чтобы артиллерия не шатнула вас. Полководец здесь, я не пойму, что он будет делать, полководец. Ты уходишь подальше. Подкрепление сейчас вот тут из леса подойдет. Смотрите, какая дорожка тут. Специально для подкрепления. Тайная. Тайный проход в город. Хотя вот тут, по идее, да, что стоило вот так вот обойти этот город? Оп, и ты в городе. Нет же, нужно стены штурмовать. Зачем? Зачем? Если есть стены. Гаси лучников. Ты вышку не сломаешь. Гаси лучников. Так, вы. Гасите артиллерию. Гаси артиллерию. Потому что сейчас могут проломить мне тут стены. Кавалерия сюда. Ну и мое подкрепление. Всяких соседей снизу, что ли, подключает, да? Магия жизни. Так, здесь сейчас нам могут стены проломить, поэтому копейщики, чуть отправляйте сюда. Прикрывать надо. Два отряда сюда, один отряд сюда. Вы залазите на стены уже. На стены. Ну и вы бегите сюда куда-нибудь. Просто пока бегите. Без особой цели. Без цели жизни. Сражаться. Летуны, обходите с этого фланга. Так, копейщики, залазьте на стену, наверное, лучше. Тут сейчас будет кем прикрыть. Проход. Одних завриков сюда сейчас отправлю. Так, обстреливать. Этих куриц летающих обстреливать. Обстреливать летающих куриц. Все, здесь уже лучники вышли. Все хорошо. Гоняем эти подушки меховые. Перьевые, точнее. Ушли. Повезло им. Так, начинайте обстреливать, а ну-ка, вот этого. Так, ворота не сломаны, но они заходят. В лучших традициях. Так, сейчас кавалерия сюда начнет лезть. Закрываем ей проход. Не даем ей кислород. Разворачивайся вовнутрь. Обстреливайте этих. Блин, здесь меня тоже бьют. Наших бьют. Полководец здесь. Бегом сюда. Ты бегом сюда. Бегом сюда, бегом, бегом. Орлов практически полностью шатнули. Орлов обстреливайте. Обстреливайте орлов. Полководец сюда. Мою кавалерию обстреливают. Давай, один отряд сюда. Один отряд сюда. Вперед. Гасим полководца. Бегом, 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 давай. Здесь сражаемся.
Одна вышка уже не наша. Зачем-то эти спустились. Залезьте обратно. Откуда вылезли? Так, ты помогай гасить полководца. И, в принципе, у всех есть занятия, да? Кого стрелять, кого убивать, кого наказывать, кого догонять. Поэтому посмотрим, как тут полководца обижают. Полководец, кстати, тоже ж на коне. В него еще и плюются. Убить полководца. Смерть этим эльфам. Так, кавалерия, давайте, не бездельничать, добивайте. Все равно нечем пока заняться вам. Из города вас не выводим. Тринь-тинь-тинь, тут вышки все наши. Вперед сюда. Полководец еще держится, смотрите. Так, вы залезьте обратно, а. Вот просто прошу вас, залезьте. Не лезьте в эту битву. Не ваша эта битва. Это не ваша война. Тут, блин, мы обстреливаем вообще бессмысленно. Непонятно, каким образом ты хочешь попадать сквозь стены. Лично я не вижу эффективности никакой там. Так, кавалерия, иди сюда. Сейчас тут разбегаться начнут парни. Добиваем. Добиваем, добиваем. Никого не оставляем. Так, через наши территории некоторые вон пошли, да? Догоняйте по нашим территориям. Кто пошел? Ой, какой столбик тут. А так-то город, смотрите, какой интересный. Понятно, что тут стены не совсем логично какие-то. Через лес можно зайти к ним в гости просто. Но в остальном, вот, город красивый. Вулкан там. Лава. Пирамида вон, смотрите. Летающая. Правда, вот для кого вот эти вот лестницы, непонятно. Либо она вот так вот вверх ногами может перевернуться. Так, хоп. Одна пирамида. Перевернулась другая пирамида, да? Как удобно, так и крутится. Так, все. По идее, тут хранитель знаний единственный, последний бедолага. Как может, бежит, бежит изо всех сил. Ладно, завершаем. Теклис разбит, ну не лично, а его армия. Кстати, смотрите, хранитель молодец как, накилял соточку. Полководец остался, правда, жив у него. И не всех орлов ощипали мы. Орлы вообще остались все живы. Не сказать, чтоб целехенькие, но живы. А вот он и Теклис личный. Да? В забытых островах. Зачем ты вообще эти земли завоевал? Я не понимаю. Они ж тебе негативно как бы... Там восстанавливать эти земли, строить там что-то очень долго. Они тебя задерживают, затягивают твою экспансию. Ну, я-то не против в данном случае, да? Я просто как бы... Как коллега по другому прохождению тебе говорю. На мой взгляд, смысла там нет. Этих манипуляций. Вообще нету. Нагарант. Нагарант, Нагарант. Да, они нападают, но здесь я не защищу никогда это поселение точно от такой армии. Не успели стены построиться, тем более даже первого левела он захватывает.
и теперь сможет высаживаться быстрее. Точнее, она. Это все-таки Мурати здесь. Опять, смотрите, нападает. Понял, что я ушел, наверное, подальше. Разрушает даже. Вот мерзавец. Нагадить в тапки решил. Ну ладно, в центре люстры тут всегда возня такая. По крайней мере, у меня. Так как начинаю быстро идти и пытаться. Так, успех, нападение на гарнизон. Зачем? Ты тут нападать собрался, что ли? На гарнизон нападаешь. И, кстати, этот город и этот климат мне тут неблагоприятный совсем. Да, невыносимый климат. Пустоши что-то считается. Хотя пустыня, такая же пустыня. Обычная пустыня, ничего сверхъестественного. Пустыня как пустыня. Так, задание получено. Верните, да? Храмовая стража. Смотрите, один отряд особенный дадут. Но я за 4 хода не успею. Общественный порядок улучшаем. Давай сюда. Пока он наши земли рушит, мы наносим ему более серьезные удары. Он-то... Что там за поселение разрушил? Которое я недавно у него отобрал. Которое вообще ничего не играет. Никакой роли. Давайте, наверное, содержание уменьшим. Для всех армий. Чаква. Так, ладно, Чаква, давай сюда. Тут сносим эту постройку стены, попытаемся возвести. Здесь ты заходи в город и начинай нанимать пацанов. Троих таких. И одного такого. Здесь я сейчас построю кузницу. Сейчас мы ее возведем. И будет вообще все хорошо. Так, улучшаем сеть. Денег на стены не остались. Но сейчас я заработаю, думаю, деньги на стены. Тут армии нету. Братан, ну я надеюсь, никого не сольешь. Блин, ну Крокси город, да, оказались самым слабым звеном. Как я, в принципе, и говорил, тут кандидаты на слив — это вот Крокси горы в армии Крокгара. Знамя быстроты. А что здесь дикие орки? Это священные земли диких орков. Рано или поздно их кочевные племена придут сюда. К уникальной постройке открывает цепочечку. А ну-ка сейчас посмотрим, что тут за уникальная цепочка. У меня нету ее. У орков есть. Вот только у орков и есть она. Это уникальная та самая цепочечка. Но строим стены, раз сюда придут орки. Здесь тоже стены нужны. Порядок здесь есть. Угу. Юмаскай. Давай стены строй. Соляная равнина. Но здесь мне ничего не угрожает на самом деле. Тут я могу стены пока не возводить. Стоянка Ориона, я так до сих пор ее не прокачиваю. Так, давайте. Здесь город самоцветов. Нужно защищать. Но 4000 там на улучшение города у меня нету. Я и так то, что было, растранжирил сейчас. Быстро и оперативно. Да, Марати в люстре, смотрите, как активно идет. Прям даже не хочется заканчивать это прохождение.
Тут самое интересное только начинается. Столкновение таких великих держав, да? Со всех сторон. Жмут. Мы их, а не нас. Все самое интересное только началось. Пирамида Нагаша со стенами, поэтому она продержится. А тут Дайнерис сейчас разберется с вот этой нежитью. И никого не слила. Какая молодец. Оккупировать. Они еще живы как фракция? Да? Ага, они Аль-Хаик этот захватили. Ну нормально, ладно. Разрастемся. Тоже мы. Потихонечку. Потихонечку будем разрастаться. Так, ты давай тогда отступай в Кхемри пока. Будем уже готовиться к приему гостей ритуальных. Ритуальных гостей. Здесь бы, если кузницу сейчас построить, ну долго, блин, будет, 10 ходов, нафиг она нужна. Вот эти тоже тут, зачем они нужны? Тут я нанимать никого не буду, сносим все. Вон, надо ход лучше построить. Действительно, будет больше пользы. Текс, это ж ты ж у меня самый прокачанный маг, да, браток? Братец мой. Брат. Тирин-тирин. Армия нанимается. Мы готовимся к ритуалам. Доступен указ. Рост, общественный порядок, доход, скорость исследования. Шанс чумы. Ну, в принципе, да. Тут только один вариант. Вот так вот. Конец хода. Так, маг, конечно, бежит на всех парах, торопится. Как раз, наверное, одного динозаврика отдам Крокгару. Там освобожу место. Теклис разозлился, по всей видимости, хочет на южные земли Люстри. Ну, в Люстре, смотрите, вот такое вот полотно, резанное кусками. То мы захватим, то у нас уничтожат. То... Ну, тут одна армия. Учитывая, что тут действовала одна армия все это время, это даже очень хороший... результат. Здесь это, конечно, в результате мстительной войны против орков, точнее, против гномов и эльфов пострадали мои внутренние земли. Но все нормально, все наладилось. Так, а эти союзнички, кстати говоря, они, может, сейчас Марати помогут мне шатнуть? А? Что скажешь? Братец-завр. Братозавр. Лучше бы ты шел сейчас бретонцев шатать. Вот на самом деле. Меня ж ты все равно не шатнешь. А там есть вариант захватить земли, которые я потом у тебя отниму. Так, и кстати говоря, да, здесь же нужно ему сейчас выдать... Он постоянно вокруг себя. Амулет. Сопротивление огню. Ну, давайте вот так вот. Зачарованный предмет. Тебе дадим. Рок. Усиление. Атака. Влиять на союзников постоянно. Давай тебе барабан дадим тогда. Так, здесь что у нас интересного есть, чего нету? Дальность перемещения по карте компания. Берем стоимость найма. Полезная штука тебе сейчас нанимать. Дисциплина против скавинов, их уже не осталось. Скорость восполнения потерь берем. Скорость восполнения потерь берем. Для новых отрядов тоже ты сейчас будешь нанимать указанный. Ну, я все остальное осталось на указанный отряд. Ладно, тогда пока что так. Оставляем тебе
Нанимай, продолжай. Обычных завриков. Налет. Черная пирамида Нагаша. Действия вражеских героев. Нападение на гарнизон. Я не пойму, зачем он это делает. Ни разу. Восстание неизбежно. В общем, тут все стандартно. Так, давайте поговорим с тобой. Военный союз. Отлично. Ты, кстати, с Ицей помирился, да, уже? По всей видимости. Я из-за тебя вступил в войну. Хотя, по-моему, он на Хексуатль, да, Ица пошел, поэтому я вступил в войну. Так, не, мирный договор я не... Хотя, может, ты конфедерацию примешь? Не, конфедерацию он не хочет. Ицу придется штурмовать. Придется Ицу штурмовать. Прям активно. Ладно, советник мой. Давай, проводник чар тебе. И здесь идем вот так вот. Ицу захватим. Пиццы будет много. Так, давайте улучшать. Тут я смотрю. Повадились все на алтарь рогатой крысы. Просто толпой нападать. Прокачиваем поселение. Улучшаем алмазы. Пруды отчаяния. Так, давай, забирай этот город. Я даже на тебя сейчас нападать не буду. Даю тебе возможность захватить этот город. Шанс магической ошибки уменьшаем. Так, тебе что? Сеть улучшаем. И все. Больше здесь нам делать нечего. Давай в Нумас иди. Соляная. Давай, наверное, Катар улучшим. Здесь улучшаем. Где мой герой? Маг идет сюда. Ты, наверное, все-таки пойдешь сейчас... Кхемри, Кхемри тут спокойненько себя чувствует. Никто не мешает. Ну давай, ладно, иди сюда. Будем сейчас добивать их. Денег у меня нету, больше ни на что. Ну давайте стоянку Ориона прокачаем. Смысла не знаю, его сейчас, скорее всего, этот дуб снесут. При проведении ритуала. Просто очень быстро. Ой, феноменально. Так, и кстати, по назначению военной цели. Давай я тебе укажу вот эту вот красавицу. Вот так вот. Попытайся шатнуть ее. Тебе ж указана эта цель. Да. Цель есть. Цель ты получил. Так, а вы что ждете? Разбейте их, я забыл про это уже. Про эту нежить я забыл вообще. Ага, смотрите, а Ица тут решила с этого фланга мне нагадить. Но они могут на самом деле, у них армия хорошая здесь. Ну, Люстрию разрывают. Пришло ее время. Чуть-чуть поразрывать. Так, давайте. Восстание неизбежно. Оно и так тут восстание идет. Конец хода.
Можно начать уже ритуал на самом деле. Может быть, даже на следующем ходу, потому что сейчас пока порядки буду наводить везде, и это будет очень долго, и действительно можно ждать хорошей погоды долго. А на следующий, наверное, на следующем ходу уже начнем ритуал проводить. Сделаем все спокойненько, красиво, даже там особо пустоши восстанавливать не будем. Че вот это вот ждать, да? Непонятно чего. Разродятся, когда они... Столица моя продержится, остальные города я стены там уже строю, улучшаю. Да, вон, кровавые болота он начинает осаждать. Может, эта армия придет, поможет. Как подкрепление она будет очень полезна на самом деле. И я не откажусь от помощи братцев-кроликов. Да, и, кстати, армия отступила. Хатек тут стены спокойненько сейчас достроит. Все нормально. Игры, смотрите, они тоже начали ритуал. И они его раньше закончат. То есть, надо было, если начинать, то как раз таки на том ходу. То есть, в любом случае придется теперь сражаться. Сражаться с ними. Оборвать им ритуал. Можно сейчас собрать армию прям вот за 10 тысяч. Купить им проблемы на голову. Но с другой стороны, у меня есть куда эти деньги тратить. Более продуктивно. Отступать. Давай, ты, блин, будешь сейчас медленно идти. Здесь куча, куча времени. Давай, ты штурмуй этот город несчастный. Я даже не выдвигаюсь в твою сторону из-за этого. Чтоб ты взял этот город, и я его потом забрал у тебя. Угу. Хотя, карак, ну смысл сейчас его качать, да? Он на деньги можно что-нибудь. Стены там, ну, вряд ли хауситы сейчас пойдут по горам. По горам, по долам, им оно нафиг не нужно. Эти горы их меньше всего будут волновать. Златлан прокачался, Тлаква тоже уже. Денег на пятый уровень стен у меня сейчас нету, но я думаю, четвертого будет достаточно. Здесь обозначиваем... Еще тебе отряды. Динозавров у тебя нету. Штурмовать не получится. Кузница будет долго строиться на самом деле. Может быть, чуть выдвинуть сюда. Вот сюда, вот так вот. Выйдешь чуть сюда. Шансы сбежать за... Давайте включим ему режим вот этот. И начнем нанимать. Ну, кого тебе наймем? Ну, парочку вот этих парней. И троих крокодильчиков еще найму. Потом. В помощь тебе. И начнем проводить ритуал. Но на этом на сегодня все. Следующую серию начнем прям сразу с ритуала. Вмешательства пока что не будем делать. Тем более, если делать, то надо делать за 10 тысяч его. Остальное это точно пустая трата денег. За 10 тысяч, как мы видели, ритуал как бы можно оборвать. Мы, по крайней мере, обрывали и в этом прохождении это видели. Ну а на сегодня все. Спасибо за внимание. Всем добра.